Здравствуйте! Представляем набор «Растения и насекомые» серии французских опытов «Науки с Буки» от торговой марки «Бонди Бон». С его помощью ребенок сможет понаблюдать за ростом растений и за поведением насекомых. Набор предназначен для детей от 6 лет. Он содержит 12 увлекательных экспериментов. В его составе есть часть необходимого – коробка для наблюдений, емкость для проращивания семян, цветочные горшки, увеличительное стекло, пробирки и другие вспомогательные элементы. А часть элементов для опытов ребенок должен будет добыть самостоятельно. Например, землю, траву, божьих коровок и муравьев. Поместив их в коробку и наблюдая, юный исследователь узнает много интересного. Экспериментируя, ребенок может развести дождевых червей и узнать об их пользе для удобрения почвы. Поймет, что божьи коровки помогают растениям, поедает лю. Убедится, как умно устроено общество муравьев, и сможет увидеть превращение гусеницы в бабочку. А кроме того, узнает, что такое фотосинтез, для чего растениям нужен свет, создаст гербарий и еще множество всего интересного. Набор «Растения и насекомые» серии «Науки с Буки» от торговой марки «Бонди Бон» разовьет у ребенка пытливый ум и терпение ученого. «Бонди Бон» для ярких идей и веселых затей!